Сегодня в Краснодаре объявили об учреждении международной премии «Хрустальный компас». Инициаторами создания своего рода экологического «Оскара» выступили представители Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Идею создания новой награды в области экологии и географии уже поддержали в Москве. Представители экспертного совета на пресс-конференции рассказали, что за хрустальный компас могут побороться все желающие. Для участия конкурсантам нужно представить индивидуальные или коллективные проекты. Все работы поделят на 9 номинаций, такие как серия фотографий, просветительская деятельность, издательский проект, экспедиции и путешествия. Жюри будет оценивать не только проекты по сохранению природы, историко-культурного наследия России. Когда мы сегодня говорим о экологии, в первую очередь там рисуются какие-то помойки и загрязнения. Вот экос это дом, это среда. И поэтому есть экология сознания, гражданская экология, ментальная экология, национальная экология. Это понятие значительно шире. Заявки на участие в международной премии будут принимать до 1 марта. Эффективность идеи оценят известные ученые, путешественники, экологи, журналисты и деятели культуры. Также в состав жюри войдет известный телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов. Кто получит хрустальный компас, станет известно весной.